знаменитый скрипач Фриц Крейслер и великий Сергей Васильевич Рахманинов, они иногда выступали вместе. И вот однажды их дуэт, значит, дает концерт в Нью-Йорке в зале Карнеги-Холл. И они исполняли сонату для скрипки и фортепиано французского композитора Сезара Франка. Рахманинов сидит за роялем, значит, перед ним вот ноты. А Крейслер играл без нот, по памяти. И произошел вот крайне редкий случай, вообще уникальный. Ну, когда музыкант вдруг забывает, вот у него нот нет, а он забыл. Как, что дальше? Вот как? Что делает Крейслер? Он подходит к Рахманинову, наклоняется, значит, через рахманинское плечо, смотрит в ноты сонаты этой и тихонечко так его спрашивает: «Где мы?» На что Сергей Васильевич также тихо отвечает: «В Карнеги-Холле». Это было место встречи, которое изменить нельзя. 14:00, будни НТВ. До свидания.